Я по велосипедной дорожке. Справа лес. Спереди Азда. Я остановился и смотрю в лес. Интересно, только что было три белки. Одна вот сидит на дереве. Вторая вот сидит. Была внизу только что. Вот, а третья где-то была тоже внизу. Там вот. Пробуем. Ага, она и так поползла. Короче, белок немерено. Можно делать беличий воротник. Ну, такой вот лес. И я на фоне леса, на фоне поля.